Я благодарю Наталью Владимировну Кузину, что она пригласила меня в храм на Рождество исполнить колядки. С хором «Радуга» я дружу и учусь, уже училась с детства, с 6 лет, 13 лет подряд. Потом закончила консерваторию, училась в Италии. И сейчас свободный художник, гастролирую. Я закончила Таллинскую консерваторию, а также училась один год в Риме, в Италии. Я родилась здесь, училась и ходила в детский хор «Радуга». Обучалась вот 13 лет. Конечно, это родина, это родные места. У нас очень много красивых просторов, где можно и выступать, и красивые залы, как концертный зал «Эстония». Вот. И в декабре месяце я дала около 20 концертов по Эстонии, также в Европе, в Голландии. У меня был концерт во Франции. Был насыщенное Рождество. Для меня было это, конечно, событие, потому что я впервые сольно пела «Владыке». И для меня было это очень трогательно.